Шишка косолапый. По лесу идет, шишки собирает. Ну погоди! Да. Пожалуй, сказать, что дело в шляпе. Игра не началась, меня уже заебали, бля. Ready? Well, if you say so. Все? Все? А ты чё, блядь, вообще ничего не взял, да? Брать, тварь. Как видится... А я тобой фармил, блядь. Слышишь? Нет. Этому не бывать. Блядь, что я с тобой? Я с тобой играю. Я за тобой, с тобой играю. Я не могу перезайти. Почему она так... Ну, я тут падаю. Кусал, что я, блядь, с Ларком фармлю, блядь, а сам стою в АФК. Ты в курсе? Я у тебя все тенгусы уже съел. Да.
не дам. Кажется, я тебя залечил. Ага. Да. Меня дота не пускает обратно. Все. Меня выбрасывает с катки, я не понимаю почему. Все, мы можем спокойно ливать. Пиздец. Пошла нахуй. Тварь. Меня понял, короче, у меня катка загрузилась. Я стою на сладке. И, короче, меня выбросило. Я попытался вернуться. Меня 2 минуты не пускало. Обратно в меню выбросило. Бля, это отвратительная хуйня, когда, бля, знаете, вот ты не знаешь, да. Как это. Да. Там звук игры приглушенный. Ну что, меня увеличил. Все. За то, что ливнул, у нас 30 минут блокировки и, возможно, ЛП. Я тебе все равно кину. Не, ЛП не дадут. Но то, что блокировка, это просто прекрасно, блядь. Твою мать! Ебать, там Зевс. Ну чё, иди. Иди сыграй одну без меня, я повтыкаю что-то себе. А чё мне, блядь, играть? Что? Я сейчас чё пизданул вообще? Не знаю, у меня... Во что мне сыграть, я сказал. В одну катку без меня. Бля, у него Зевс пиздец, бля, одетый. Но счёт у него... О, блядь, у меня дота про... О, смотри, у меня дота прогрузилась, как прикольно. Да, бесполезно. Пошла нахуй, тварь. Ну тебе 30 минут, в любом случае, ждать. Пиздец, блядь. Огр был, блядь, и этот, блядь. Причём я заработал больше, блядь. Чем они. Понимаешь? А я стоял... Да мне похуй на это. Пиздец, покинуто просто. Иди нахуй, дота. У меня была такая конченая. Хуйня, когда написано было, блядь, самое конченое, что я видел в доте, это было, когда мне было прям сообщение, блядь, на весь экран. Вы уже находитесь в игре, а я в главном меню. Да. Я типа, блядь, пытаюсь зайти... Это у меня то же самое. У вас запущена игра, типа, блядь, вы уже в игре. Пиздец, я не могу с доты сейчас выйти. Ctrl-Alt-Delete. Что это? Да я знаю, но я хочу по-нормальному выйти. Так, блядь, не получится. Что с тобой? Ctrl, блядь, Alt, ёбаный, Delete, да, нахуй, ты... сука, блядь, тварь, мразь. Всё, я... Ой-я. Пиздец. Нормально. Я батлфилд. А, в доту, потом. Потом? Или мне соло идти? Да не, я этот. Бля, хуй его знает, если честно. Бля, уже второй. Ну, час. Короче, через... ну тогда не знаю, типа, есть ли смысл. Ну тогда не знаю, завтра можем катнуть, а я себе соло пойду просто и все. Давай я, короче, Battlefield сыграю, а потом, блядь, я... Через полчаса созвонимся. А, спать пойдешь? Ну я думаю, да, блядь, в пизду я. Что-то ну тогда... Ты извиняй, это как бы... Да, тебе нормально все, типа. Я, блядь, я только сейчас не сплю, знаешь почему? Потому что у меня, блядь, этот включена, блядь, стиралка. Понимаешь? Ага. Я только из-за этого вот. Сейчас, блядь, не лег.
Я сказал бы, типа, ладно, не получилось, не получилось, и пошел бы спать. У меня там джинсы всякая ебала, блядь, стираются, которые... Ну, тогда хорошо, блядь. Тогда. Стирай вещи, сыграй себе в Battlefield, а я подожду полчасика и пойду себе как-то. Если пытаться. Ты сейчас купишь и установишь в Left 4 Dead, я в Left 4 Dead сыграю, у меня 30-40 минут есть. Ну, просто не, у меня так минут, быстро, да? Меня так быстро не скачается. У меня КС-ка скачивалась полтора часа. Ну, у меня тоже она не установлена. Не, может завтра, может завтра. Сколько какая? Сколько вот по факту? Я не знаю, кстати, 5-6. Мегабайт? Да. Сколько ты платишь за это? Ну, у нас абонемент, типа, там, платят родители, что-то 200 злотых или как-то так. Ну, там, типа, совсем с телевизором, с пакетами разными. Такое, короче. А у тебя? Я плачу 500 рублей, у меня, типа, 100 каналов и 10, и... Ну, где-то 12, блядь, мегабит. 10-12, ну, там, типа, вот в этом промежутке лазит. Понял. Хорошо. Что там, расскажи. А что тебе рассказать? Что хочешь знать? Скажи, что? Мы потеряли цель Аист. А ничего, короче, после того, как мы с тобой по это сыграли. Проебали далеко от фонаря, где я спать пошел. Нет, почему? Это не суть в игре. Люди играют в игру, а не наоборот. Если они дураки, не понимают, что делать, то ничего с этим не поделаешь. Shit happens. Да. Ладно, короче, слушай, я пойду... Что? Я пойду быстро в магаз. Да, я пойду в магазин, потом вернусь в эту дотку играть. В эту на сегодня и позавтра. Все, понял. Давай. Все, давай. Хорошего. Покеда.
panisch! Ich kann dir helfen! Einer ihrer Sanitäter! Цель Сорока. Мы на полпути. У врага преимущество. Мы потеряли цель енот. Ich werfe Granate. Мы потеряли цель Баклан. Мы захватили цель Аист. Мы потеряли цель Дрозд. Thank you.
Мы теряем цель, Сорока. Мы захватили цель, Баклан. Мы захватили цель, Дрозд. Мы захватили цель, Енот. Граната, рауф!